Где мы остановились? В общем, мы по дороге в Выборг заехали в лес. Вот это мы находимся в лесу. Это государственный природный заказник Ленинградской области, называется Раковые озера. Само Раковое озеро, большое Раковое озеро, находится вот там. Но это где-то километров, наверное, километра три отсюда. Мы туда не поедем. Поехали быстрее. Закон вышел, что нельзя тут гулять. Чего? Да. Это ты, что ли, приняла закон? Очень много. Сейчас Шалиска здесь оббежали вокруг. Очень много сыроежек, очень много мухоморов. Но сыроежек вообще все усыпано просто. Ну, я не знаю, там за 10 минут можно, блин, ведро набрать сыроежек. Ну, здорово. Спокойный такой лес. Относительно тепло. Ну, градусов, наверное, 10-12 сейчас. Отдай телефон, тепла. Поехали. Не отдам. А вот здесь Лена говорит, а ну, подержи. Лена говорит, сюда на разборки привозят. И в назидание он кепка висит. Вообще прикольно, конечно. Мы еще сегодня пару раз в лес заедем. А мы едем из Выборга. Сейчас должны принести солянку. Что-то там еще. И в Строганов, по-моему. Смотри, какой наряд. Классный наряд. Купишь? Тебе? Ну да. У тебя столько денег нет. То, что под нарядом. Ой, да ладно, не считай мои деньги. Ну тогда куплю. Вот за нами наблюдают скрытые камеры. Вскрытые камеры. Такой вот выборгский вариант. Короче, по дороге из Выборга заехали в Мшаник. Такой вот. Такой вот именно Мшаник. Взял он пакет со спортмастера. Думаю, пройдусь чуть-чуть. С Шарлишкой поищем сейчас хоть что-то. Сыроежек хоть наберем. Если подосиновиков, подберезовиков не будет. Сейчас что-нибудь наберем. А что вот это за грибы, интересно? Я их, конечно, брать не буду, потому что я их не знаю. Надо же спросить, что это такое. А вот это вот, мне кажется, масленок. Мне кажется, что это масленок. Вот это вот маслята. Но тоже спросим. Я точно знаю, что это мухоморчики. Главные такие. Самый красивый гриб северо-запада. Вон их сколько. Мухоморчики, 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 мухоморчики. Какая красавица. Ну и вот эти грибы. Шарли. Тут их миллион. Что это такое, не пойму. Свинушки, что ли? И вон сыроега. Но она все поеденная. Ну вот наверняка же съедобный гриб. Вон слизень туда проник. Пахнет. Пахнет грибом. Прикольный. Ну и вот этих грибов. Вон их сколько. Побольше, побольше, побольше.
совсем большие. Ну, я не знаю, что это такое. Может, рыжики. Вот они, сыроеги. Сыроежка. И хорошенькие такие. Не червивые. Нормальные. Но я их брать не буду. Дома выкинуть. Не хочу. Да, грибов в этом году. Вон сыроега. Так, пошли, Шарли, а то мы заблудимся. Вот это мухоморище. О! Красауэлла. Так, пошли к машине. Что творится? Ну что это такое? Срочно нужен клемпер. Экскурсия в наш лес. Солнышко вышло. Мох такой красивый. И старушки крошат хлебный мякиш сизым голубям. Да? Солнце мое. Пойдемте. Вон какая сыроега хорошая. Чистенькая. Светленькая. Но вот подберезовиков нет. Там березы он растут, правда, так фрагментарно, эпизодически. Но любимых моих грибов нет.